Меня зовут Тименовский Владимир Анатольевич. Я являюсь начальником склада готовой продукции тары самарского филиала Балтики. Расскажите, пожалуйста, как давно вы работаете непосредственно с системой Solver WMS? Значит, система у нас на филиале была внедрена в 2008 году. Вот получается, что мы уже работаем на ней 6 лет. Здорово, уже солидный опыт. А расскажите, пожалуйста, о вашем опыте внедрения Solver WMS. То есть как внедрялась система Solver на ваш склад? Были ли какие-то особенности? Да, у нас были особенности, потому что система у нас внедрялась в пиковый сезон. То есть наш высокий сезон, это было лето. Были опасения, что будут какие-то задержки, но группа внедрения сработала замечательно, нам не мешало. Систему поставили, системой мы довольны, работает, люди пользуются, и она нам очень помогает. Здорово. А скажите, пожалуйста, вот буквально несколько слов о работе специалиста Solver во время внедрения. Ну, как я уже отметил, группа внедрения работала очень профессионально, потому что, ну, первые были сложности по тому, что филиал был загружен и высокий сезон, никаких остановок производства, отгрузок быть не должно. Поэтому мы очень опасались, что ребята нам будут мешать, но группа сработала очень профессионально и на все наши замечания, там какие-то поправки, что они должны были сделать, реагировали быстро, корректно. Все прошло замечательно. То есть результат есть? Результат есть, результат положительный. Могу сказать, что система работает, и сотрудники нашего филиала ей с удовольствием пользуются. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания.